Хочу вашему вниманию представить маленький прототипный усилитель, который поместился на аккумуляторе Samsung. Вот у нас тут модуль зарядочки 1-амперный, потом кнопочка. И сам усилитель получается на 6 Вт, а стерео по 3 Вт на канал. Это сопротивление для уменьшения шумов. Вот. А это индикатор. Вот сейчас мы. Теперь осталось все в корпус поместить и красивенько окультурить.